Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня я покажу вам, как связать вот такую вот шикарную регланную линию спицами. Вот так вот образец смотрится, если мы будем вязать платочной вязкой свитерочек, джемперок, что хотите. Вот так он будет интересно смотреться. Если у вас идет не платочная вязка, а, допустим, лицевая гладь, то здесь все будет лицевыми петельками, и у вас, вот так он будет смотреться на лицевой глади. Если здесь тоже лицевая гладь, тоже очень-очень красиво. Такая регланная линия вяжется очень просто. С ней справится любой желающий. Вот смотрите, у меня вот на этом вот образце регланная линия состоит из 5 накидов. Вот 1, 2, 3, 4, из 5 дырочек. Вот этот образец из 3. 1, 2, 3. Как бы она поменьше. Здесь из 4. Так, раз, два, три, четыре. 4 накида. Вот это, конечно, шикарно. Тут и пряжа такая потолще. Очень. Вот так я обязательно дочке свяжу свитер на весну. Мне понравилось. Вяжется просто. Так, давайте приступим непосредственно к самому вязанию. Смотрите, у нас идет на регланную линию при расчете нужно оставлять одну петлю. На весь джемперочек 4 петельки. Вот она у нас одна идет посерединке. Вот она. Все накиды делаются после этой регланной линии, так что они идут в расчет свитера. Смотрите, если вы хотите делать регланную линию из 5 накидов, здесь 5, то вот здесь вот я оставляю 5 лицевых петель. Здесь дальше идет, как бы поняли, как бы идет свитер, допустим, он по кругу, да, идет. Здесь дальше идет платочная вязка больше. Это я уж так просто, начала. Здесь я набрала 4 петли. Смотрите, у нас идет 5 лицевых перед регланной линией, 1 петля регланной линии и дальше 5 лицевых. Но это у нас, как я уже сказала, все идет в свитер. В джемпер там оставляем на реглан только одну линию, вяжем следующим образом. Здесь платочную вязку я вяжу изнаночными петельками и по той стороне изнанкой, чтобы не запутаться. Если мы будем по кругу вязать, платочная вязка по кругу вяжется один ряд изнаночными, один ряд лицевыми, поэтому я так и вяжу изнаночными. Кромочную сняли, у меня здесь в образце 4 изнаночные, у вас может быть сколько угодно, как там вы рассчитаете свитер. 3, 4. Сделаем мы с вами здесь реглан с 4 накидами. Значит, я вяжу 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Делаю накид. 1 лицевая. Вот это как раз петля регланной линии. Опять накид. Дальше у нас идет 4 лицевых. 1, 2, 3. 4 изнаночные петли. Перевернули вязание. Второй ряд я здесь просто провяжу изнаночными петельками. Если мы вяжем это по кругу, у нас будут все просто лицевые петли. Накиды также я здесь провязываю изнаночными. Вот этот, тоже изнаночными. По кругу будут лицевые. Где будет начинаться росток, где еще идут поворотные ряды, вы вяжете точно так же вот эти поворотные ряды, как я показываю на образце. Вяжем второй ряд. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Дальше у нас идет накид. Перед этим накидом делаем накид. Вяжем уже здесь 3 лицевых получается. 1, 2, 3. То есть накид предыдущий, петля регланной линии и накид. Провязали 3 лицевых, делаем опять накид. Дальше 4 лицевых, 4 изнаночных.
Переворачиваем и опять этот ряд вяжем просто изнаночными петельками. До конца ряда вяжем. Опять вяжем 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 4 лицевых. И делаем накид после 4 лицевой. Накид. Дальше мы вяжем уже между накидами. У нас получилось сначала 1 петля регланной, потом 3. Вязали теперь 5 уже. Вот накид предыдущего ряда. 3 петли. Вот накид предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Изнаночные петли. Следующий рядочек вяжем изнаночными. Так, у нас тут 3 накида. Мы прибавили 3 дырочки. Последний накид прибавки делаем. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 4 лицевых. Все, накид. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. Накид. 4 изнаночных. Вот 4 лицевых петельки. И 4 изнаночных. Все, я провязала. 4 дырочки у нас. Это вот это вот у нас получилось. Вот этот вот рядочек. Смотрите, теперь петли, которые были лицевыми до этого, мы провязывали. Их мы вяжем. Вот дальше идет изнаночные. Получается, значит, 4 изнаночных плюс еще 4 изнаночных. 8 изнаночных. А 4 лицевые у нас выйдут из вот этих накидов предыдущих, которые были 4 накида. Смотрите. Теперь вяжем теперь 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Вот эти лицевые петли. 4 вяжем их также. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Дальше идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Вот у нас средняя петля регланная. Делаем накид. 1 лицевая, накид. То есть все заново начинаем. 4 лицевых. Как первый ряд здесь вязали, только у нас теперь изнаночных больше петель стало. Так, 4 лицевых. И все петельки до конца вяжем изнаночными. Следующий ряд вяжем 8 изнаночных у нас получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид. Уже 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид. 4 лицевых. Изнаночных 8 петель. 8 лицевых я уже 8 изнаночных я уже провязала. Вяжем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Делаем накид и уже 5 лицевых между накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 4 лицевых. И до конца 8 изнаночных. 8 изнаночных провязала. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. Между накидами накид. 4 лицевых и 8 изнаночных.
Все, мы опять провязали, у нас получилось 4 накида, 4 дырочки, 1, 2, 3, 4. Теперь вяжем 8 изнаночных, вот эти 4 лицевых также у нас будут изнаночными. Дальше 4 лицевых и опять, да, ну давайте покажу. Значит, вязали 8 изнаночных, теперь мы вяжем их 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все. Захватили изнаночными петлями вот эти вот 4. Теперь вяжем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 1 лицевая. Накид. 4 лицевых. И 8 изнаночных петель. 8, 12 изнаночных петель. 8 было и плюс 4, 12. Все, я вам дальше показывать не буду. Принцип вы, надеюсь, что поняли. Вот он, вот так вот у нас получается. То есть, если вы хотите поменьше такую регланную линию, чтобы она расходилась, там можно сделать 3 накида. Значит, перед центральной одной регланной линии оставляете по 3 лицевых. 4, вот у меня накида 4 дырочки перед регланной центральной петлей, я по 4 лицевых делала. И вот это 5. Вот на этих нитках, мне кажется, вообще шикарно. Вот так он выглядит, да, не показала с изнаночной сторонки. Все со всех сторон красиво. Надеюсь, видео вам понравилось. Все понятно, объясняла как могла. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Постараюсь всем ответить. Всем пока!